Мы входим в Сайдаджи, буддийский храм. Перед тем, как войти, обязательно нужно набрать в эту кружечку водички, полоснуть горло, руки. Вот, и чтобы с чистой душой, чистым телом войти в храм. Мы входим. Видите, тут такая вот большая башня деревянная. Мы идем. Место для того, чтобы помедитировать, помолиться, набраться энергии. И даже сделать вот такие вот смешные фотографии. Снова мы встречаем тут такая доска желаний. Вы можете тут загадать желание, что вы хотите осуществить. Тут место тоже, такая вот бронзовая статуя Будды. Место, где вы можете сильно обрести новые силы, новый старт.